Значит, недавно такой ресурс, как «Свободное информационное поле», опубликовал статью по соотношению вооружения ополченцев и украинцев. Вот хотелось бы там подтвердить эту статью или опровергнуть, но вообще получить какой-то комментарий. Значит, согласно этой статье, по военной тяжелой технике у нас перевес получается 5 к 600. То есть у нас 5 танков, у них 600, у украинской хунты. По личному составу перевес 1 к 10, то есть у хунты порядка 35 тысяч, у нас там 5-7 тысяч, ну, по разным данным. Вот как вот вы можете прокомментировать данную статью союзного ресурса? Элементарно. Понятно, что, господи, на Украине скопилась куча танков, оставленных еще со времен СССР. Правильно? И теперь они все сконцентрировались здесь, против Донецкой республики. Я хочу, в Румынии какая-нибудь напала, сейчас захватила всю Украину. Это будет очень легко. Там не осталось ни одного танка, ни одного града и, наверное, ни одного солдата тоже. Ну, разве что инвалидов каких-нибудь призвали. Соотношение солдат. Естественно, куча областей превосходит две области, и к тому же неполные Украины, правда? Так что, естественно, перевес имеется, наличество. Ну что с того? Реальное соотношение потерь на войне, это вообще используется. То есть... Ну, 12 тысяч украинцев погибло, получается, хунтовцев. Я не знаю, сколько их погибло, я знаю только за... Не за эту ночь, а предыдущую ночь, только в шахтерских окрестностях около 1000 убитых со стороны украинской. С украинской стороны, то есть это море крови, море убитых этих солдат украинских, которые лезут к нам и лезут. Вот это военкоматы их берут, понимаете, вот они все плачут, их насильно берут. Но так что, нас насильно на смерть ведут, а вы никак не сопротивляетесь. Не идите в эту армию, которая вас на смерть посылает. Танки эти то 40 штук, то 125, то 100 штук и так далее. Танки имеют БМП и так далее, бронемашины только. Колоннами целые гробятся, каждую ночь по несколько штук их разрушаем, и все это там горит. И там внутри люди, вот эти вот украинские парнишки, которые решили здесь повоевать, проявить здесь активность. Они, так сказать, долг перед украродиной выполняют, фашистской родиной, это Порошенко. Мамы украинские, заберите своих чад, жены заберите своих мужей, детишки заберите пап, пока они живые. То скоро генофонда Украины решится, западная вся. Все тут полягут у нас. Мы сюда, их все равно отсюда выгоним всех. Если будут сильно упираться, погоним дальше. Пусть пока по добру, по здорову уходят, железки пусть оставляют здесь, пока неисправны. Еще несколько дней все будут неисправны. Хоть один к 100, хоть один к 10, разницы-то нет. Все равно, понимаете, вот они горят и горят.